Женя, хочешь в лимузине проехать? Хочешь в лимузине проехаться? А почему? Потому что он неудобный. Ага. А я мальчик большой, да. И маленькие машинки я не помещаю. Понятно. Побыли у нас лимузин. Ага, то есть мы поедем. Лимузин, Алёвный. Это ж Мерседес. То есть в него ты, в принципе, уменьшишься. Ты сейчас зайдешь, ты прозреешь, какой классный Мерседес. Классный. Я хочу ехать. Лимузин. Ты расстроился? Ты снимай, что ты меня-то снимаешь, дурак? А. Сори. Извини, не то снимал. Снимай лимузин, едет. Лимузин, где лимузин? Сейчас бы за лимузином пройтись. Сложно, сложно. Так, сейчас оценим. Да, Хаммер третий. Сразу кого спиздил? А, Пепси. Давай на него. На тиммейт, прости. Покажи, как ты пьешь. Давай. Бля, еще ломбаты. Блять, как интеллигент. Нет. Ну пожалуйста, Женя. Ну пожалуйста. Ну просто высыни. Да, на чем едешь? Женя. Я сейчас буду бабам всяким мать. Жека, высыни язык. Здесь на пол. Как пёс. Так, на нижней сидеть еще. Смотри. Нормально. Как карлик. Нормально. Ты видел, как сует? Нормально.